Всем привет, это «Откройте Давид», и сегодня мы в гостях у самого харизматичного музыканта, певца, актера и моего любимого исполнителя. Делаем вид, что... Как в американских фильмах. Здравствуй, Давид, здравствуй, здравствуй. Ой, здравствуйте! Мы случайно встретились в этом элитном поселке. Вот что бы ты хотел сказать зрителю перед тем, как мы начнем нашу программу? Ну, я думаю, что нас ждет интересная беседа. Я думаю, что Давид столь же талантлив, как интервьюер, как Давид Тухманов, талантлив, как композитор. Алла Верды. Очень приятно, Алексей. Не надо никогда переубеждать идиотов, потому что их всегда больше, чем у тебя времени. Так, а какой у тебя был самый большой улов? Жена моя. Самую золотую рыбку поймал. Давай, вытаскивай. Ой, 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 уйди от меня! Как только человек забывает, откуда растут ноги, то место, которое, из которого ноги растут, становится главным событием в его жизни. Я не понимаю вторую сторону, которая сейчас всплывает. Ани Лорак – красивая женщина, я бы сам ей что-то предложил. В этом нет ничего ужасного. Сушил коровьи какашки с друзьями для того, чтобы греться. Это называется, мы с Валерой Меладзе об этом часто говорим, это называется синдром периферии. Для артиста всегда нужна нужность. Кто для меня Алексей Чумаков? Стык. Да ты для меня никто. Встаешь и уходишь, и титры. Представляешь, так, такое очень маленькое, короткое интервью. Мы сейчас в грим-вагоне, в гримерке. Ждем Лешу, он будет готовиться к концерту. Буквально несколько часов назад мы еще ловили рыбу в пруду рядом с его домом. Куда ты меня ведешь, Алексей Чумаков? Я веду тебя к озеру, чтобы утопить тебя. Каково это жить в такой красоте? Да круто, круто, слушай, ну, безусловно, вот, пожалуйста, родниковая вода, можешь попить. Да, я помню сказку одну русскую, когда можно было попить. А ты давно здесь живешь? Мы здесь живем, да, лет 7. Ты с нуля строил здесь сам? Ну, коробка стояла, ну да, мы все там практически 97% дома изменили полностью. А в Москве вы не хотели жить? Ну, у меня есть квартира в Москве, у нас есть, там папа живет. Угу. Нет, я в Москве не хочу. А если говорить про контраст, вот здесь вот роскошный поселок, в хорошем смысле этого слова, но при этом у вас еще есть вилла в Испании. Да, вот дом, да, ну вилла, да. Да, вилла в Испании. Вот что ближе сердцу-то? Вот вилла испанская. Ты специально, знаешь, каждый раз, когда кто-то меня с этой стороны делал, ты то так повернул, чтобы лицо закрыть мне, то так вот рукой закрывать. Ты специально, ты и так огромный, ты 2.5 метра человек. Какие 5 сантиметров? Да какие 5? Это 2 сантиметра. Да, ну сам ты 20, ты с ума не. Ну, это полтора ты показываешь. 2 сантиметра это вообще не сквозь. Нет, я просто, у меня глазомер невероятный. Вот тебе еще, ты вот это посчитай. Что? Вот считается по максимально. Ну хорошо, это? Ну и что здесь? 2.5 сантиметра. Да 2 у меня метра рост. 5 сантиметров. Да рост, нет, 2. Рост 2, точно. Кристина Ивановна, я 190, ты 2. О, вот эти 10 сантиметров и есть. Ну, я про него. Вот что ближе сердцу, роднее? Вот этот вот прудик, вот с березками. Потому что когда мы говорим вилла в Испании, люди же сразу представляют особняк Березовского, Потанина, Мордашова, вот эти вот роскошные. Кстати, виллы. Мордашов мой сосед. Правда. Я тебе хочу сказать, что ближе – это то, что понятнее всегда. Вот, вникни, вот все, что понятнее для тебя, то ближе. И это и музыка, и фильм. Ты не можешь, не понимая кино, сказать, что «Ой, это мне близко». Близко — это всегда то, что понятнее. А тебе что понятнее? Конечно, Россия. Конечно, вот это место. Оно мне понятнее. Но вилла, да, есть действительно и море, и красиво все. И я очень много работаю для того, чтобы это все построить, и для того, чтобы... иметь право приглашать друзей, чтобы семья моя наслаждалась морским воздухом несколько месяцев в году.
Безусловно, это, ну, как бы мы стараемся это делать так. А как ты относишься к тому, что, например, многие паблики, вот когда они начинают, вот я вижу там разные, на вилле Алексея Чумакова они устроили фотосессии. Дальше, значит, разные фотографии, явно не вашей виллы. Нет. Но вот эти вот роскошные, и дальше пошло нагнетание. Все начинают все это сразу вбрасывать. Ах, он буржу, и дальше цены называть. Нет, ну, во-первых, это все ложь, потому что никто эти ценники не знает. У меня только один вопрос. Есть ли какие-то в мыслях, в будущем, например, что ты когда-нибудь переедешь полностью в Испанию? Нет, нет, я очень люблю Россию, я россиянин. Я очень люблю эту страну, потому что эта страна дала мне вообще все. И зрители, она мне дала ощущение нужности, она мне дала дочку. Доченька, здравствуй, счастье мое безбрежное, с первым днем в этом мире парусном, как я жил без тебя неведомо, словно таю, доченька, в твои глазки смотрю с надеждой, в них ищу отражение мамочки, мое сердце навеки предано, точно знаю. Моя дочка рождалась здесь и живет здесь, поэтому... Нет, конечно, нет. Ну, как так, улетать, чтобы там подышать воздухом, но все равно тянет обратно. Поэтому это как бы такая дальняя дача. Дом мой здесь, конечно, дома, в Москве. Я обожаю Москву, я живу в Москве больше, чем где-либо когда-либо жил по истории своей жизни. Поэтому я дома. Я дома. Вот я приезжаю в Москву, я понимаю, что я дома. Вот насколько жизнь артиста, она удивительно контрастна. А вы знаете, вообще, Алексей Чумаков, вон он идет. Знаете, такой артист есть? Да, это Алексей Чумаков. Ну как после рыбалочки? Хорошо. На охоту поехал. Вот ты часто выходишь вот с удочкой? Вот со честно всеми? Говоря, не часто, но выходим, правда. Мы не здесь, честно говоря, не ловили. Мы здесь рядом с Юлей и с Амелькой ездили с друзьями. Да, вот здесь мы рыбачили. Юля очень любит рыбачить, она умеет. А я, конечно, такой. Я тоже не умею. Я максимум, что могу, динамитом глушить. Распаковка чек. А у нас сегодня в этой сумочке... Вот что это за приспособление? Это дилдо для Терминатора. Тебе профессиональное, что ли? А? Ну как это называется, эта штука? Как? Это называется удочка и крючок. Это два удочки, что ли, такие? Это маленькая удочка. Знаешь, для чего она? Для чего? Удить на маленькую рыбу. А большая удочка, знаешь, для чего? Для чего? На большую. А ты правда считаешь, что удочка вот такого размера? Как бы? Я тебе сейчас объясню. А на самом деле она телескопическая, она вылезает. Что надо сделать, скажи мне. Вот короче, да, нужно отцепить и вытащить. А вот так я правильно вытаскиваю, да? Ты, во-первых, вытаскивай. Вот так вытаскивай. Ой, вот сразу видно, что... Да вытаскивай, вытаскивай. Смотри, ой, у меня вылезло раньше. Ну, у тебя и опыта больше. Надо уже избежать. Один маленький вопросик. А ты останешься? Пока... Естественно, я буду кайфовать от твоего концерта. Главный вопрос. Вот роскошная публика. Сейчас концерт в роскошном месте. Сразу для роскошной публики. 19 июня будет роскошный концерт на ВДНХ. А так же было не всегда. Вот этот вот контраст. Сейчас, когда ты выходишь, для тебя это та же публика, что 10-20 лет назад? Да. А вот у тебя гример-то. По определенным причинам был период, когда вот эти годы, когда ты все равно занимался творчеством, записывал песни, выступал, были украдены у зрителя, который мог бы этим наслаждаться значительно раньше и в большей степени. Я просто помню период, когда мы голосовали на народном артисте за Алексея Чумакова, и для меня было совершенно непонимание о том, почему Алексей Чумаков занимает третье место, насколько я помню. Никакое там не было третьего места или второго. Там был победитель, и все. Алексей Гоман. Когда это был 2002-2003 год, я же не помню, когда был народный артист, у нас был прекрасный хит, мне почти 20 лет есть.
Потом у нас была с Сашей Панайотовым известная песня, которая мне никогда не нравилась, «Балалайка». Это бала-бала-бала-бала-лайка, просто бала-бала-бала-бала-лайка. Да, потом у меня был тогда хит «Я от тебя схожу с ума». Я от тебя схожу с ума, я о тебе мечтаю. Дело в том, что мы работали в компании FBI Music с Кимом Брейдбургом и Женей Фридлендом. И они взвалили на себя такую большущую ношу. Они же должны были подписать контракт по условиям конкурса «Народный артист» с победителем, с Алексеем Гоманом. Угу. Он один. Вместо того, чтобы ресурс весь потратить на победителя, наверное, Леше было это обидно, они потратили на всех. Это на меня, это на Сашу Панайотова, это на группу Ассорти. На эту ситуацию можно смотреть совсем иначе. Можно посмотреть о том, что вот талантливые ребята, а им не дали, а это все талантливые ребята, правда? Им не дали возможность, продюсерский центр не дал им возможность показать себя в полной мере, не занимался им каждым так, как достоин тот или иной артист. Это одна точка зрения. А вторая точка зрения — это то, что продюсерский центр-то и не обязан был это делать вообще. Понимаешь, я это говорю сейчас не потому, что я завишу ни от кого из них. Вообще в этой стране, кроме президента, моих близких людей и самого себя, я не завишу ни от кого. Близких людей я называю зрителей в том числе, потому что от них я завишу. Если бы они тогда подписали контракт только с Лешей Гоманом, Саша Панайотов уехал бы себе в Запорожье или болтался бы в проруби, как фиг поймешь, человек в проруби, по каким-то здесь небольшим клубчикам. Я бы, скорее всего, уехал обратно к себе в Тюмень быть королем ресторанов и местным Филиппом Киркоровым. Ты можешь Киркорова пародировать? Ни в коем случае. Ты что? Киркорова может пародировать только один человек. Знаешь, кто? Галкин? Киркоров. А кого ты можешь еще пародировать? Да, слушай, на самом деле никого. В рамках проекта просто грим, какие-то эти истории. Я же не пародист. Горчит калина, губ твоих калина. Идут на убыль теплые деньги. Это было смешно, весело, все круто, но это было в рамках шоу «Один в один». Продюсеры на свой страх и риск решили совсем иначе. Они решили поддержать. Сказать, что мы это поняли тогда, нет, никто не понял. Там же все-таки главный человек, и Ким Саныч и Женя, это люди главные этой компании, но они отнюдь не олигархи. И это же все-таки бизнес, а не меценатство. Вложил, нужно же отбить, но это нормально. И мы, безусловно, работали, мы очень много что-то делали, но мы не получали достаточного внимания, как нам казалось, со стороны публики, потому что не было нужной пропорции популяризации соотносительно нашего, как нам казалось, таланта. У продюсеров было два шанса — послать нас или помочь нам, как смогут. И ведь смогли. Потому что Алексей в результате Гоман приобрел огромное количество. У него был хит «Русский парень», там еще несколько песен. У него была своя аудитория. Он ею не воспользовался. Ему не нравится этот жанр. Так это его проблема. Саша Панайотов, у него была своя публика. Небольшая. А, пожалуй, самая меньшая из всех нас. Потому что Саша не совсем понимает до сих пор, какова его публика. Он не может понять, для кого он работает. Но это тоже его проблема. У меня другая проблема. Я не могу никому никогда подчиняться. Я не могу подчиниться. Ни продюсеру? Никому.
Я человек, который не может подчиниться. Я волк, одиночка. Я делать должен только то, что делать должен я. Я не боюсь ответственности, не боюсь проиграть, не боюсь получить люлей от обстоятельств, потому что это моя вина, но я никогда не буду ни под кем. И вот эти несколько лет, наверное, года до 2007-го, я с тобой абсолютно согласен, я болтался как какашка в проруби, ну просто потому что... Не, мы что-то пытались сделать, но... Ну что я сделаю? Ну вот я написал песню. Я ставлю Жене Фридленду. Он говорит, ну этот отстой нельзя, я не могу в этот отстой вкладывать деньги. Я говорю, Жень, ну это хорошая же песня. Он говорит, ну нет, ну мне не нравится, я не понимаю ее. Ну пусть она у тебя будет, лежит где-то, хочешь, пой на концертах, но я не могу вложиться в это. А я не могу вложиться сам, потому что, во-первых, у меня нет денег, я получаю очень маленький процент. И я не могу принять решение, потому что позиционирование артиста в данном случае это прерогатива продюсера всегда. То есть за продюсером «стоп» говорит только один человек. И в 2007 году я вдруг понял, что я больше не могу подчиниться. Потому что я просираю свое время. Но я не обращаюсь к Жене и Киму. Нет, дайте мне, почему это? Саботаж, я не буду работать. Нет. Никакой грязи в интернете вы не найдете, потому что ее не было. Я уходил очень тяжело, потому что я... У меня 2 года оставалось до окончания контракта. Я не буду называть суммы, но, поверьте, я выплатил Жене всю сумму, которую он сказал мне выплатить. Мне было очень финансово сложно. Я не зарабатывал тогда столько денег. Откуда брал кредиты? Кредиты. Я дал машину, которая тоже была в кредит, которую тоже выплачивал я. Потом, впоследствии, я брал в долг. Я не буду называть сумму, она очень большая. Сейчас она для меня меньше, хотя тоже большая. Но тогда она была для меня, как сейчас, не знаю, если бы это было пару миллионов евро, например. Потом, когда я ушел... Я запустил сразу ту песню, которая не понравилась Жене. И она стала мега-хитом, и мега-хитом является сейчас эта песня «Тут и там». Балкон, еще тут и... Просто на местах красота, я его... Обожаю эту песню. Я тоже. После этого я запустил песню «Девочка, девушка, женщина», угу, которая тоже стала хитом, но без радио. Девочка, девушка, женщина, пусть все умрут от зависти, пусть покажусь сумасшедшим, я не без тебя мне радости. А потом у меня был, конечно, сложный период, потому что меня не брали на радио, меня не брали на телевидение, у нас были... Ну, то есть... Почему? Почему? Потому что очень много хотели денег. Дай денег, поставим. Дай денег, покажем. А я не давал денег, потому что у меня не было столько денег. Но оставался верен себе. Вот эту штуку ты. Вот сейчас она у тебя зафиксирована. А, надо вот так. Вот так, да. И вот так ниточку пальцем держи. А, что надо сделать? Дай, твою мать. Красотища какая! Держи вот так. Ага, держу. Вот так пальчиком, да? Да, да, да. Ага. Ребята, отойдите. Вот. А вот можно так пойти? Конечно. У тебя что-то клюнуло. Это нет. Ничего не может клюнуть. Мы же что не... Это единственный человек, который думает, что рыба клюет просто на крючок. Это ты берешь так? Кидаешь? И потом раз, закрываешь, и вот так вот.
Опа, 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 опа. Аккуратно, в момент. Кидай и отпускай. Давай. 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 Раз, два, подожди. Ложись. Три, давай. Так, ну какой у тебя был самый большой улов? У меня? Да. Жена моя. Самую золотую рыбку поймал. Твое любимое стихотворение о любви? Я бы сказала, что, наверное, все самые любимые мои стихи о любви, это которые я слышу в песнях своего мужа. Через воду и огонь пройду, чтобы встретить тебя одну. Ты моя женщина, ты моя истина. Потому что я считаю, что он гениально умеет передавать чувства. И увидев тебя однажды, рухнул мой мир бумажный. Понял я, что хотел. Небо в твоих глазах. Я молю лишь об одном, небеса, чтобы тебе сказать: я люблю. Небо в твоих глазах. Мы друг для друга созданы. Поздно, но осознанно. Какими бы ни были тогда продюсеры, если бы не продюсер, хрен бы что получилось у них, честно. Вот именно про тех, о ком сейчас может идти речь в битвах с продюсерами. Как только человек забывает, откуда растут ноги, то место, которое, из которого ноги растут, становится главным событием в его жизни. Я не понимаю вторую сторону, которая сейчас всплывает относительно других продюсеров, то, что сделала Ани Лорен. О каких условиях поговорите, Ани? Это условия где-то в какой-то личной плоскости лежали, не рабочие? Я не хочу о них говорить. Они находились в личной плоскости. Но мы взрослые люди, мы понимаем все. О продюсере и композиторе Константине Меладзе с определенными намеками. Вот каким образом ты смог уйти от Фридленда, при этом нет грязи, и при этом есть ли гарантия того, что через 20 лет, будучи народным артистом всех республик Советского Союза, нынешнего, будущего и так далее, ты им пришли и не скажешь: а вот я помню, что да. 50 лет назад, и вот пошло-поехало. Я с уважением отношусь к Каролине, с большим, и с не меньшим уважением, и с пиететом отношусь и к Косте Меладзе, и к Валерке Меладзе. То есть мы с Валерой дружим, а с Костей у нас прекрасные отношения. И я считаю, это один из, наверное, 3-4 человек в нашей стране, кто является не талантливым, а гениальным именно. То есть у кого есть именно гений внутри. Не просто очень одаренный, а именно гениальный человек. Согласен полностью. Вот. Я не знаю, предлагал он что-то, не предлагал он что-то, но, если честно, Ани Лорак красивая женщина, я бы сам ей что-то предложил. В этом нет ничего ужасного, во-первых. Ну, ты шо, мне кажется, нет, я образно, я как мужчина, красивой женщине всегда, конечно, могу с ней флиртовать. Не в контексте работы. Нет, послушай, если бы человек кого-то изнасиловал бы против его воли, то этим пусть занимаются правоохранительные органы. Mm-hmm. Но когда симпатичный, статный мужчина флиртует, я не уверен, что это было, но даже если это было, флиртует с красивой, статной женщиной, это, черт побери, нормально. Нормально. Вот если женщина говорит «нет», а мужчина насилует ее, это отвратительно. Если женщина говорит «нет», и мужчина, понимая, отходит, это тоже нормально. Но это нельзя обсуждать с публикой. Я глубоко такого мнения. Мне немножко обидно за Костю в этом смысле. Хотя я с уважением отношусь к Каролине. Очень с уважением, она прекрасная. Если бы знать, зачем ты говорила «да», сколько еще минут буду я в твоих снах. Стоит твоя любовь. А вот сейчас, с точки зрения простого человека, сидящего где-нибудь
ну не знаю, в Улан-Удэ или под Иркутском, выстраивается рафинированная картинка большого артиста Алексея Чумакова. Да что ты большой артист? Что такое большой артист? Каждый раз ты мне не дашь, чтобы говорить. Потому что я не знаю, что такое большой артист. Ну я же свое мнение высказал. Хорошо, тогда объясни мне, что такое большой артист. Большой артист – это человек музыкальный, с бэкграундом. Это не два прихлопа, три притопа. Ой, знаешь, сколько таких, которые никому не нужны? Не большие знаю. Большие ли они артисты? Не знаю. Для меня... Я не понимаю, что такое большой артист. Ну вот... Правда, надо, понимаете? Честно. Я могу сказать, большой артист. Чуть-чуть, значит, поуже. Прости. Каким образом человек 30-20 с копейками лет, оказавшись в долгах, как в шелках, с суммой эквивалентом 2 миллионам евро, как в нынешних реалиях, глядя на человека с флагом «Я сильный», можно выжить в ситуации, не запив, не подсев на наркотики. А тебе предлагали какие-нибудь наркотики? Нет, я никогда не... Нет, ну, слушай, я считаю, что каждый... Если у человека нет в жизни потенции извне, если у него нет энергии из его настоящего, он вынужден, конечно, откуда-то черпать ее. Нет, я не увлекался наркотиками никогда. Мне это было не нужно никогда, и сейчас тем более. Я даже в молодом возрасте не увлекался наркотиками. Ну, неинтересно. Не, конечно, я там попробовал один раз какой-то там этот самый «Мама, марихуана». Мне там лет, наверное, 15-му назад, последний раз. А вот это вот насвай? В Самарканде насвай каждый третий наяривает. Это же не наркотик. Это, грубо говоря, как ты сигареты покурил, только под язык закинул. Но я не пробовал ни разу. Хотя у меня брат насвай, в юности, ему там сейчас 52 года, он в юности, конечно, насвай закидывал. И такой зеленый плевок такой. Не то, чтобы я так назвал твою куртку, просто вдоль асфальта всегда такие зеленые большие плевки. Для нас это было нормой. Как можно в таком состоянии, с таким долгом, при отсутствии большой руки покровительства на радио, на телевидении... У меня никогда не было никаких больших рук, никаких покровительств. Я про это и говорю. Каким образом вот эта личность пошла вперед и не сделала вот весь этот список вещей? Хорошо. Вот представим мужчину, у которого есть жена и дети. Нападают на его семью. Что должен делать мужчина? Защищать. Правильно? Ну, правильно? Ну, логично, да. Нет, же логично. Правильно или неправильно? Логичный тут ни при чем. В человеческом мире есть правило. Когда нападают на семью, ты ее защищаешь. Правильно? Правильно. А как переводится Алексей? Защитник чего-то там. Земли. Защитник земли. Если вам нужно защитить ваш двор от собак, это тоже я. Собакозащитник. Я просто Давид, я любимый. Я тогда буду называть вас просто любимый. Хорошо? Так переводится с арамейского. Любимый. Защищая семью, ты что ты делаешь? Ты же не поднимаешь лапки и говоришь, ой, не бей, подожди, не трогай. Ты бьешься до последнего. Потому что если ты что-то не сделаешь, твою семью уничтожат. Правильно? Ну, для меня правильно. Чем отличается моя битва в профессии от нападения на семью? Я тебе скажу, отличается она только физическим давлением или морально-ментально-энергетически-материальным давлением. По сути, все идет либо на развитие семьи, либо на ее уничтожение. И поэтому каждый раз, когда ты написал песню, она никому не нужна, ты не сделал выводов. Может быть, ты что-то делаешь не так. Каждый раз, когда ты постучался в дверь, а тебе не открыли, ты не сделал выводов, туда ли ты постучался. Нужно было ли постучать 3 раза? А есть ли там кто-то вообще? И просто расстроился. Сделал вывод, что ты не нужен. Тебе не открыли. Не сделал ничего, чтобы ты был нужен, чтобы тебя открыли. Ты проигрываешь битву за свою семью. Потому что каждая успешная песня, каждый успешный концерт — это зрители. Песня о любви, живая голос. И я сошел с ума совсем, но ты в аккорде. Я не смотрю мной, как это было мило. И этой ночью сердце ты мое разбило. И вроде я любил, но жива и нелась. И только всю тебя мне все равно.
Каждый зритель — это человек, который зависит от твоей музыки. А каждый зритель — это человек, от кого зависит ты, зависишь ты и благосостояние твоей семьи. Когда человек кончает жизнь самоубийством, потому что у него не получилось что-то в творчестве. Я не говорю про все. Бывают ситуации, не дай Господь, что человек не может выдержать этого. Драмы, смерти и так далее. Я не про это. Ни в коем случае. Я про людей, которые сдались в силу профессиональной неуспешности. Кто спился, кто перешел в наркоманию. Это ничто иное, как слабость защитника. И мне жалко их семьи не потому, что это произошло, а потому что в их семье оказался очень слабый защитник. Вот ты сейчас говоришь о том, что в очередной... Ты понимаешь вообще, что я говорю? Да, конечно. Я также расстраиваюсь, я также впадаю в отчаяние. А я по тебе вопрос мой заключается в этом, что каким образом... Не ори на меня! Алексей Чумаков, 20 с небольшим, безумными долгами, многотысячными в долларовых, в евровом эквиваленте, у которого нет контракта, нет поддержки. Вот он выходит на улицу и понимает, что ему жрать нечего, жить ему не на что, да. Песню записывать не на что. Не, более того, я выкупал своего администратора, Настя у меня тогда Абрамова была, и выкупал всех своих музыкантов. В каком смысле выкупал? За деньги, физически, чтобы они работали со мной, потому что они знали программу. Ну да, а это входило в неустойку. Не, ты знаешь, я тебе хочу одну вещь маленькую сказать. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Типа, вот все так волшебно, и вот он так верил. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что прогрессия. Вот я мальчик из Самарканда, который бегал босиком по арыкам, перепрыгивал, клянусь. Сушил эти самые коровьи какашки с друзьями для того, чтобы греться потом во дворе за школой. Отвечаю. Ты представляешь, что мне надо было сделать, чтобы сейчас быть тебе интересным? По какому принципу будет выбор песен? Ну, Настя, смотри, по рендерному. Это как? А что у меня голова нарендерит, то я и выберу. Но сегодня будут песни, которые эксклюзивно прозвучат, которые будут еще 19 июня на концерте на ВДНХ. Но видишь, я пришел, путешествие длинное. Я пришел, хочешь только взглядом мне скажи, чтобы я сумел понять, что в этот раз ты простила. Вообще, ты знаешь, у меня есть много очень новых песен, но 19 числа, поскольку это open air, это... Угу. Пуфики, это можно выпить, поболтать, да, прийти там за часа полтора до концерта диджей какой-нибудь там будет играть и так далее. А, настроение немножко другое, такая европейская история, поэтому там, думаю, нужно петь не столько новое, сколько уже и очень известное. Дельтаплан, погода в доме, вот то, что там ждет тебя грузин и... Хаванагила еще, да, чуть-чуть. Просто шалом алейкум. Но эксклюзив сейчас будет, который прозвучит 19 числа? Ты знаешь, люди, когда собираются ночью, они вот выпивают, общаются, им нужно попеть, покричать с артистом. Они не хотят внимать, типа, ну-ка, ну... Это все в Крокусе или там на каких-то... Uh-huh. В Октябрьском или там в Минске, там в Ереване, в каких-то крупных городах, где ты предоставляешь новую программу, где можно и послушать, и попеть. А когда это такая, типа, эй, ты что хочешь спеть? Я ждал всю жизнь, считая расстояние длиной разлук. Я ждал всю жизнь, меняя ожидания на испуг. Можете себе представить, сколько за 40 лет, чего я сделал? Из мальчика босиком, которого, в семье которого нечего было кушать. Какая-то это удивительная история? Да нет, это обычная история. Но просто я верил, понимаешь, очень сильно. И моя вера и прогрессия роста, они были соответственны. Они поддерживали друг друга. Мой рост повышался, потому что я верил. Я верил, потому что повышался мой рост.
Сейчас самое страшное, что я верю в себя существенно меньше. И моя прогрессия роста существенно замедлена. Стечение обстоятельств, вера в себя и все-таки сила. Я настаиваю на силе, на энергетической, на внутренней силе. Потому что как ты можешь вести за собой огромное количество людей в музыке, если они в тебе не видят силу, от которой они будут питаться? Сколько раз в последний раз ты засовывал заряжать свой телефон в розетку, в которой не было электричества, скажи мне? Ноль раз. Зачем тебе заряжать телефон, твой телефон, где вся твоя жизнь? В розетке, где нет электричества. В твоем телефоне меньше, чем 220 вольт. Меньше, он слабее, чем это электричество. Зачем нужен зрителю артист, от которого он не может подзарядиться? Будучи от музыки, от его энергии, от его желания что-то дать. Если артист не розетка, зачем зрителю в ней заряжаться? Включи во мне свет. Так, может быть, если ты не нужен зрителю, может быть, в тебе нет энергии, по каким-то причинам, может, где-то провод перебит, может, ты займешься собой, может, ты подключишься к какому-то другому силовому щитку, окей, мы все подключаемся к кому-то. Я понимаю, о чем ты говоришь, однако есть два аспекта. Первый аспект. Дело в том, что зритель... Скажите, вот вы здесь сидите, скажите, хоть что-то я неправильно сказал? Они знают, что ты драчун, что можешь ударить, поэтому никогда в жизни не скажут тебе, что ты склонный. Так он бил людей? Я получал по башке, я бил, конечно. Не, я заехать могу, но я не дебил. Нет, в Москве ты бил? Везде. Я не умею драться в полной мере, но заехать могу, и ты можешь заехать, любой из вас. Я? Да. Почему? Я видел, что ты вот так вот ударил человека. Во-первых, я ударил не так. Если ударил, я ударяю кольцами. Ты видишь, ты уже тебя зацепило это. А они тяжелые. Значит, уже ты ответ. Ты только что ответил. Ты. Ты бил журналистов? Я по башке дал Пряникову некоторым давно. Саша Пряников? Да, он мне заехал, а я ему заехал. Прям мрачно причем. По поводу? Ты сейчас шутишь? Нет, у нас старая история была. Он тебе что-то сказал не то? Да, он был неадекватен. Диалектика мне понятна, философия мне понятна, но мне все равно непонятно. У нас зритель умный. Когда мы говорим «я безумно сильный»... Да не говорю я, что я безумно сильный. Да куда я договорю-то? Я не говорю, что я безумно сильный. Хорошо, ты просто сильный. Нет. Да. Нет, я сказал, что я уважаю в людях это. Когда мы понимаем, что есть... четыре камеры на тебя работают, понимаешь, ты в пятую уже для лысого человека поставили специально. Когда мы говорим, что у меня было такое детство, что мне приходилось для того, чтобы согреваться, делать вот это, вот это, вот это, любой, маломальски грамотный человек, или который стоит на второй ступени пирамиды Маслоу... Понимаешь, что коровы столько не накакивают, правильно? Ты про это? Я же не знаю. Вот вдруг завтра я стану никому не нужным. Ну, это не может быть уже априори. Почему? Априори. Да, почему? Да, это происходит вот так все. Нельзя почивать на лаврах. Сегодня нужен, завтра, может быть, вообще не интересен. Ну, что? Ну, ведь у меня есть семья, у меня есть дочка, у меня есть жена. А часто приходится защищать Юлю? Что значит защищать Юлю? Я думаю, что совместная жизнь мужа и жены – это перманентная защита жены в спокойном режиме. Защищенная женщина – это не когда ты подходишь и говоришь, слышь, ты, сейчас я тебя, сейчас ты на нее там, это самое. Защищенная женщина – это когда женщина чувствует себя уверенной даже без мужчины. Наша с Юлей история работает, потому что она от начала до конца абсолютно честная.
Но самое главное, мне наплевать на это абсолютно, потому что я не воспринимаю это как историю. Это моя жена, мы вместе 13 лет, у нас растет маленькая доченька Амелия. И доказывать кому-то что-то для того, чтобы сказать, нет, ты знаешь, мы настоящие, да мне абсолютно наплевать, что думают про это. Абсолютно. Ты не видел ни разу мою дочь в Инстаграм, потому что это моя территория. Ну, ты... Я никогда не говорил Юле, я тебя так люблю, ты знаешь, я очень люблю тебя. Я скажу это ей так, я вообще не понимаю, когда у человека вылез геморрой, и он в этот момент первое, что делает, это фиксирует это в соцсетях. У меня есть папа, у меня есть какие-то близкие люди. Ну, у меня есть там вилла в Испании, у меня есть дом здесь, там квартира. Ну, окей, буду сдавать это, буду существовать как-то, буду писать песни, какие-то игры. Понятно, будет ли для меня это бешеным ударом? Да, конечно будет, безусловно. Но как, ты, когда тебе есть чего терять, ты это просто защищаешь, и все. Я все к тому возвращаюсь, потому что для человека, который посмотрит, помимо того, что он поймет твое творчество, он понимает его, понимает твою музыку, ему нужно понять, как вести себя, как любому другому человеку, который возвел для себя кумира, а мы все так делаем, в той или иной степени. Когда в его жизни возникает ситуация для него эквивалентна тому, что было у тебя тогда, он приблизительно знает механику и образ мысли человека, чтобы не пойти на ошибки. Некий паттерн-референс. Конечно. Ну. И я тебе об этом и задаю вопрос в очередной раз. Давай. Что же тогда тебя остановило, помимо патетики, что тебя остановило от моментов, когда можно было сделать ошибки, которые стоили бы тебе не только карьеры, но и жизни? Для артиста самое важное — это что? Что для тебя самое важное? Нужность. Признание. Нужность. Нужность. Нет, даже если тебя не признают, но интересуются тобой, это уже нужность. Я понимаю, что для артиста всегда нужна нужность. Вообще для любого человека нужна нужность. Это то, что вдохновляет артиста. Когда ты выходишь, эй, эй, и люди, они... Ну так и что, это самое. Не вот это, а вау, ну. Я люблю вас! Загорай, если хочешь, танцевал за вашей новой луной и рассвет со мной. Загорай этой ночи, для меня себя загадай. Мы все ищем всегда виноватых в своих проблемах. Но это обычно. Любой артист, если он не нужен, это прежде всего виноват сам. Не понял конъюнктуру, не додал энергии, не оказался столь симпатичным, чтобы соблазнить, не оказался столь умным, чтобы повести за собой, не оказался столь талантливым, чтобы чему-то кого-то научить, не оказался столь ярким, ну просто по своей природе, чтобы обратить на себя внимание, чтобы потом все это рассказать, даже если у него это есть. Но вопрос в другом. В один из моментов я расслабился и сказал себе, стоп, не берут на радио, значит, буду, я же не могу меняться. И мне нравится, тебе нравится, что ты делаешь? Я спросил себя, Лешка, тебе нравится творчество, которое ты делаешь? И я ответил себе, да, так делай. Не обращай внимания, что это урод, что тебя не оценил. Да хрен с ним, с уродами, у тебя миллионные долги. Ну, да. Что делать с ними-то? Мне надо было заработать много денег. Ну, пахал, как свинья просто. Сильно. То есть... Брался за все. Суть в том, что... Не отказывался. Нет. Да я сам жил за чертой бедности так, что ты не представляешь себе. Я не представляю. Ну, конечно. Да скольки ты жил? Да у тебя одну вот звезду Давиду продать, можно жить 4 года. Да у тебя виллу продай в Испании, можно жить 5 лет. Нет, можно купить твою звезду Давиду, которую можно продать и жить 4 года. Это Юля, кстати, мне подарила. А я вот вижу сразу. Это барака, да? Барака. Слушай, мне, я, конечно, не такой, как ты, вот это вот... Иконостас? Ихухухушный. Иконостас Михайлов. До скольки ты лет ты жил за гранью нищеты?
Мы жили очень бедно все тогда. Ты не понимаешь? Не я жил. Я не понимаю. Да. Юду я как по-еврейски? Ты не понимаешь. Я не понимаю. Юно идыш. Или как? Шалом алейхим. Что тебе сказать? Мы все так жили. Это не я такой уникальный. Мы все жили. Ну как-то же выживали. Они на тебя смотрят, молятся и думают: боже, Леша Чумаков, нам жрать нечего, а у тебя такие же были проблемы. Мы хотим узнать, как ребенок, который говно собирал, чтобы обогреться, как у него впоследствии хватило сил, ума, разумения, чтобы выдержать вот этот ад шоу-бизнеса. Я же тебе все сказал. Верить в себя. Работать. Я тебе к этому и говорю, что у тебя не было возможности об этом подумать, потому что ты в этот момент, вместо того, когда остальные ждут, когда придет их звездный час, ты идешь, работаешь по маленьким ресторанам. И концерты давал. Ну, я к этому и говорю, что помимо всего остального, тебе приходится это собирать, что у тебя нет возможности уйти в алкоголизм. А как еще отдать деньги, если не заработать их? Ну, украсть я не ворую. Все, что я зарабатываю, честно, я плачу налоги. Я никого не обворовал, причем ни государства, ни человека никакого. Я абсолютно своим трудом, своим голосом, своим умением, своим профессионализмом, своим опытом, своей энергией зарабатываю свои деньги. Не гигантские, но достаточно, чтобы обеспечивать свою семью. И, отвечая тебе на этот вопрос, могу сказать, что мне не перед кем ни оправдываться, ни... Нет никакого смысла кого-то в чем-то переубеждать. Что еще мне нужно сделать? Что тебе сказать? Ну, работать как лось. К сожалению, в нашей стране, а я человек из СССР, главный герой — это знаешь кто? Илья Муромец, который 30 лет лежал на печи, а потом просто встал, и печка его сама куда-то там понесла. И это фолк, который неспроста существует в каждом из нас. И по щучьему велению, по моему хотению. У меня что-то клюет. Ой, 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 Ой! Смотри-ка. Так... Давай, вытаскивай. Наконец-то мы поедим с тобой. Как они к тебе стучатся, вот, видимо, сюда. Аккуратно, вот, просто хватай стейк. А есть перчатка? Такой сладкий человек этот, пипец. Ты хватай, просто вырывай его. Ну-ка, еще мне. Ты хочешь спит. Высморкать ее или что? Давай. Подожди сейчас. Мог бы и помочь. А как, подожди, понизись. Хватай, пожалуйста. И ниже бери. Надо дернуть? Да вот нет, ты бери ее, бери, не бойся. А и вот аккуратно снимай. Лицо, лицо. Давай, брат. Не-не-не, так вы не выдержите. А так не надо дергать, ты что? Она тройной крючок, да. Ой, фу. Надо с плоскогубцами вылезти. Уйди от меня! Уйди, я сказал! Здравствуйте. Я тебе хочу сказать, вот, по сей день хочу признаться в одной вещи. Нет, я не гей. Подожди, не надо на меня так смотреть. Так вот, у меня есть очень много очень известных друзей. Ну, нет, наверное, каких-то известных людей, кого бы я не знал и кто бы не знал меня. Нет музыкальных телевизионных продюсеров или глав каких-то, которые бы не знали меня, кого не знал бы я. Это сейчас не понты, я сейчас объясню, почему я это говорю. У меня очень много богатых друзей, которые богаты... Ни в одном, ни в двух, ни в трех поколениях. Они готовы меня принимать, я всегда рядом с ними, когда они их, ну, приглашают на какие-то дни рождения, прихожу порадоваться с ними. Некоторые приходят ко мне. Но, видит Бог, каждый день, каждый момент я очень четко понимаю, что я никогда не буду на самом деле их человеком. Вот это великое заблуждение глупых людей — сесть и сказать: ну все, я добился, я теперь в плеяде самых-самых. Вот эта история, она очень ошибочна. Я всегда понимаю, что случись что, случись маленькие какие-то детали, я всегда окажусь всего лишь парнем Самарканда, который
по своей ДНК природе не голубых кровей человек. Я это очень четко ощущаю. Меня готовы принимать сейчас, меня готовы слушать, аплодировать, называть братом, другом. Многие очень сильные люди. Но я всегда... Они, может, посмотрят это с интервью, и, может быть, им будет обидно, а, может быть, они скажут, что я молодец. Но я всегда затылком ощущаю, что это не перманентное ощущение. Я никогда не буду в их плеяде, я никогда не буду в их зове крови, я никогда не буду внутри их стереотипов, потому что я чужероден для них. Но когда ты чуть-чуть четко понимаешь, что все может очень резко измениться, и ты всегда можешь оказаться сбоку, откуда ты, честно говоря, и пришел, ты ведешь себя немножечко иначе. И вот сейчас будут петь люди, будут ли все это... Не знаю, может, не будут. Будут. Не, ты знаешь, я всегда выхожу на сцену, я не знаю, я всегда выхожу, и у меня это называется, мы с Валерой Меладзе об этом часто говорим, это называется синдром периферии, от слова нестоличности. Я всегда выхожу на сцену, и я знаю, что я много лет на сцене. Ну, почти 20, только, ну, естественно, мне намного раньше я это все делал, так, чтобы, будучи популярным человеком, ну, около 20 лет. И я всегда выхожу и искренне, вот клянусь, вот крещусь, искренне думаю, блин, как примут. Я не волнуюсь, но как бы думаю об этом. А вдруг они не знают песен? А вдруг я не подойду им по сердцебиению зрителя? Я всегда чую, и когда они... Девочка! И в этот момент я вдруг приобретаю веру в себя каждый раз. Каждый раз. Каждый раз. Это синдром периферии. А ты отдаешь отчет, что иногда твое выражение лица и твое внешнее проявление достаточно... Твое отношение к определенным людям видно по твоему поведению, по твоему выражению лица. Я могу сказать, что меня в общей сложности всегда люди воспринимают очень надменным. Меня люди воспринимают надменным, меня люди воспринимают горделивым, меня воспринимают люди чаще всего как человек, который смотрит на всех немножко свысока. Это правда. А, это не правда, что так есть, а правда, что так воспринимают. Был момент, когда я вдруг попытался переубеждать других людей в том, что это не так. Я вспомнил историю своей мамы. Знаешь, мы жили в Самарканде, и она... Мама работала на трех работах, она была врачом, физиотерапевтом. И папа работал там на нескольких работах, чтобы как-то... А мне было там лет 5. Она меня водила в детсад, потом уходила, забирала очень поздно, потому что, ну, с продленкой, потому что нужно было поработать. И жили мы очень тяжело, очень непросто, как все. Но мама всегда ходила с маникюром. Всегда ходила с шикарной, у нее были такие шикарные волосы с прической, у нее была всегда очень ровная спина, она такая княгиня, и она ходила, и у нее всегда была на лице улыбка. Причем улыбка абсолютно искренняя, потому что она очень любила улыбаться, не потому что она там, это надменная улыбка. Но и никто даже не мог представить, что она следила за двумя детьми, что она кормила и себя, и мужа, и готовила, и стирала, и мыла, и работала на трех работах, и ждала папу с работы вечерами. И все вокруг, соседи, всегда поворачивались и говорили, я там сам это слышал. А, идет, смотри, королевна. Конечно, у нее домработницы миллионы. Может себе позволить одевать такие вот платья. У нее их было два. И было этим платьем много лет. Но она умела их носить. А прическу, конечно, ты знаешь, что у нее дома. Ей прическу делают, когда приходит, чтобы она вышла на улицу.
такие вот сплетни. И на нее все смотрели, с одной стороны, завистливо, а с другой стороны, с неприязнью, потому что там-то кривоногая тетя с авоськой идет домой с бутылкой с кефира. Просто мама носила это. И в этот момент я думаю, слушай, чувак, и ты несешь свою породу. Я несу породу мамы, папы своего. Почему я должен кому-то доказывать, что я простой? Мои близкие люди знают, какой я. Если у человека в глазах грязь, песок и агрессивность внутри себя, так он в тебе увидит мерзопакость. Я вот не вижу в тебе мерзопакость, а кто-то увидит. Почему ты должен ему что-то доказывать? Ну, вот я такой. Имею право быть тем, кем я являюсь. Надменный? Ну, наверное, в каких-то местах, да. А все остальное, какие-то плюсы, минусы, пусть скажут близкие люди. Но дело в том, что зачем об этом говорить? Когда я тебя впервые несколько лет назад увидел живьем в Москве, первая и единственная эмоция, которая у меня была, пометуя там 15 лет назад, видя твое выступление, просто хочется сделать вот так и сказать, все будет хорошо. Что, вот так, это моя была эмоция. Такой кошмар у меня в глазах. Нет, там было настолько, там была эклектика чувств и эмоций, их не сравнить ни с чем, ни с чем. Только раз разглядеть и понять тебя среди сотен узнать, встретиться взглядом, ни жестом, ни слогом. Только раз распознать и успеть родные глаза. Все, что мне нужно сегодня от Бога. Ты просто очень чуткий, очень ранимый и глубокий человек. Ты ощущаешь мир очень философично, очень образно. Ты углубляешься в детали, ты получаешь удовольствие, купаясь в деталях. А детали — это вся жизнь. Но ведь есть люди, которые не понимают это, и таких людей большинство. Люди видят только 2-3 цвета вообще. У них не существует палитра. Я их называю ментальными дальтониками. Когда в голове все монохромно. И это же беда их. И на это не надо реагировать, потому что иначе их беда становится твоей. Если человек, по сути, ментальный дальтоник, если его мир монохромен, что ты можешь сделать для него? Не надо оставлять в покое. Я для него что-то делаю. Что? Песни. Покажу новые краски. А вдруг, а посмотри, вот такая есть краска, вот такая. Если человек отвергает и говорит, это отстой, ну, значит, ему не нужно это. Значит, он, ему хорошо в некой монохромности. Кто я такой, чтобы иметь право переубеждать его в этом? Я предпочитаю общаться с людьми, для которых мир цветной. Нас немного, но мы есть. А убеждать каждого ментального дальтоника в том, что мир все-таки цветной, я, к сожалению, у меня нет на это времени. Я придумал клевую фразу недавно в Инстаграме, отвечал, мне понравилось, я сам себя процитирую, что не надо никогда переубеждать идиотов, потому что их всегда больше, чем у тебя времени. Вот и все. Глубоко. Да. А ты говоришь, а ты боялся, что тебе не понравится. А ты боишься стареть? Ты же не боишься, чего мне? Ну, я страшный, ты нет. На самом деле, ты не страшный. Ты очень колоритно выглядящий человек. Ну, это синоним страшный. Нет. Если я хочу сказать, что это нет. Страшный, я говорю, ты знаешь, ты такой интересный. Нет. Страшный — это пугающий. Ты не пугающий. Ну, у тебя черты лица такие необычные, у тебя большой нос, уши, лысая голова, глаза. Грю. Рот, опять-таки, что редко встретишь у нормального человека.
И поэтому на тебя... Ты такой кинематографичный. Ты бы мог сыграть какого-нибудь маньяка в каком-нибудь хорошем фильме. Причем маньяка такого, знаешь, извращенца. То есть мой режиссер — это Богомолов? Нет, твой режиссер — это, наверное... Ну, точно не Гайдай. Я думал, что мой режиссер — Мариус Вайсберг. Твой режиссер, если честно, вот если без шуток, то ты бы очень круто смотрелся в работах Тинто Брасса. Я думаю, что если бы ты был в дуэте с Рокко и Фредди, было бы прикольно. Он еще, наверное, Чичелино в курсе, кто. Конечно. Ну, во-первых, она была депутатом итальянского парламента. А ты старый итальянец еще и голосовал за нее, конечно же. Конечно. Ты что? Первая была Чичелино, а после нее была Чиполлино. Кстати, ты бы мог сыграть Чиполлино, такого переростка, знаешь, Чиполлино-мутант. Знаешь, вот ты... Новые мутанты? Да. Профессор Икс? Серьезно, да? Он, представляешь, хвостик на голову, аромат лука и, пожалуйста... Ну, давайте. Мы на этом заканчиваем наше шоу. До свидания.